Для того, чтобы помочь нашим суставам, можно также делать еще компрессы и припарки. Можно использовать и прикладывать свежую траву. Лучше всего, конечно, и эффективнее свежая трава. Если взять василисник, донник, листья лопуха, березовые, либо осиновые листья, помять их хорошо, может быть, потолочь немножко и приложить больным местам, то эффективность будет потрясающей. Также эти растения можно делать сухими в отваре. Очень хорошо подключить можно и хвою пихты. Она издревле считается противовоспалительным средством. Обычно для компрессов отвар делается, исходя 2 столовые ложки на стакан. Отвар где-то 20-30 минут и потом примочечки и компрессы. Длительность зависит от степени тяжести. От круглосуточного использования со сменой 2-3 раза в сутки до приложения компрессов на несколько часов. Ну и хочу напомнить, что наши бабушки и дедушки в банях использовали березовые, пихтовые веники, которые хорошо выводили именно в бане соли в организме и убирали воспаление с наших суставов. Я желаю вам хорошего, доброго дня! Индивидуальную консультацию травницы Татьяны Казанчеевой можно получить в фитоцентре «Травяная лавка» на